ТЭП-60, тепловоз с электрической передачей, пассажирский, тип 60. Выпускался с 1960 по 1985 год на Коломенском заводе. Построен 1241 тепловоз. Крупносерийный пассажирский тепловоз советских ЖД когда-то в 60-х годах являлся основным теплопоездом дальнего следования. Создан для окончательной замены паровой тяги на перспективную, тепловозную. Проектирование началось с 1956 года на Коломенском заводе. В 1957 году построен прототип ТЭ-50, а с 1960 года начат серийный выпуск. Тепловоз имеет сварной кузов несущей конструкции с двумя кабинами управления, опирающиеся на две трехосные тележки. Силовая конструкция кузова состоит из двух продольных труб, по бокам которых расположены балки коробчатого сечения, связанные с трубами и между собой четырьмя шкварневыми балками. Рама тележки выполнена из штампованных и литых элементов, соединенных сваркой. Обшивка кузова – дюралюминий. И в связи с невозможностью сварки применено соединение обшивки с рамой заклепками. На тепловозе установлен 16-цилиндровый двухконтактный дизель 11D45 серии DN23-30 номинальной мощностью 3000 лошадиных сил, спроектированный для этого тепловоза Коломенским заводом. Привод на оси осуществляется через тяговые электродвигатели ED-101 мощностью 310 кВт. В дальнейшем при выпуске тепловоза применены двигатели ED-105, а позже ED-108. Электрическое оборудование для тепловоза было спроектировано и изготовлено на Харьковском заводе «Электротяжмаш». Положительный опыт эксплуатации и дальнейшая потребность в пассажирских тепловозах привела к разработке и серийному выпуску тепловозов ТЭП-70. Почти все ТЭП-60 уже списаны, и несколько десятков единиц сохранены в качестве музейных экспонатов. Особенности. На испытаниях в НИИ ЖТ установлено максимальное КПД 29,2% и мировой рекорд скорости 193 км в час. Также применена интересная форма лобового стекла, состоящего из трех частей, и двухсекционной модификации из среднего стекла сделан дверной проем. Тепловоз хорошо подходил для скоростного пассажирского движения. Модификации. ТЭП-65/ТЭП-60А/ТЭП-60-0211 с экспериментальным дизелем 5D49 мощностью 3000 лошадиных сил в серию не пошел. 2 ТЭП-60. Выпуск с 64 по 87 год. Построено 116 машин. Двухсекционная модификация для тяжелых поездов. На экране характеристика тепловоза ТЭП-60. А сейчас его схема. Всем спасибо за просмотр видеоролика. Всем пока!